лапы все потрогаю, носом все понюхаю, лаю я отважно, если что случается. Белый в черных пятнах. Сегодня Степан Медведев – герой стихотворения Игоря Лагерева. Юный актер признается, выступать на сцене совсем не сложно. Это результат работы педагога в театральной студии «Дебют». Рассказываю поговорки, скороговорки. Еще мне очень нравится рассказывать стихи. Я тоже хочу стать поэтом. Со стихотворения «Я собака грозная» началась карьера детского поэта Игоря Лагерева. Он вспоминает, коллега по работе за считанные минуты нарисовала пса, а у него родились эти строки. До этого я никогда не писал детских стихов, а было мне уже за 50 лет. Из-под пера Игоря Лагерева уже вышли 5 книг. Он автор более 100 детских песен. К некоторым из них музыку написала режиссер театральной студии «Дебют» Наталья Примак. Их творческому сотрудничеству 12 лет. Вот и сегодня детский поэт в первой библиотеке, чтобы посмотреть, какими видят его героев юные актеры. Удивительный поэт Лагерев для меня, вот как для педагога и для профессионального режиссера, он театрален. Его образы зримые, яркие. Их хочется не читать только, а играть. Что мы и делаем. На вопрос, как пишете стихи, Игорь Лагерев отвечает, как и подобает поэту, стихотворно. Слова приходят ниоткуда. Все его произведения, кажется, родились случайно. Но любовь ни одного поколения юных читателей доказывает не напрасно. Я их писал в основном за рулем машины, когда ехал на работу, за работы. Чаще всего они были готовы. Одно стихотворение написал во сне. То есть заснул ночью, ничего не зная, утром встал и записал. Это стихотворение пользуется огромной популярностью у композиторов. Игорь Лагерев старается избегать публичности. Исключение делает только для таких встреч, на которых герои его стихотворений оживают благодаря юным актерам. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».